Цена победы нашей – 20 миллионов жизней, отданных в борьбе с нацизмом во Второй мировой войне. И нет ничего священнее для советских людей, чем борьба за сохранение мира на Земле. Говорит митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины Филарет. Киев – это один из древнейших городов нашей страны. Его 1500-летняя история свидетельствует о богатом прошлом нашего народа. Будучи колыбелью трех культур, трех народов – русского, украинского и белорусского, Киев в то же время является колыбелью русского православного христианства. В 1988 году наша церковь будет праздновать тысячелетие крещения Руси. Это один из центров мировой цивилизации. Однако все это имеет ценность, смысл и значение при одном очень важном условии. Этим условием является мир на Земле. Сегодня защита мира – это не политический вопрос, это вопрос нравственный. Сможет ли человечество набрать в себе достаточно нравственных сил, чтобы предотвратить эту ядерную катастрофу? Мы являемся свидетелями того, что мировая общественность очень остро реагирует на угрозу ядерной войны. Мы верим и надеемся, что разум восторжествует, добро победит зло, и люди перекуют мечи на орала и не будут больше воевать. С историей древнего города, его настоящим и будущим, познакомил людей во многих странах земного шара майский номер «Курьера ЮНЕСКО». О матери городов русских, о 15-вековой культуре Киева рассказали читателям выдающиеся украинские писатели, ученые, специалисты по вопросам культуры, языкознания, археологии. В дни торжеств Киев посетила делегация ЮНЕСКО во главе с ее генеральным директором Амаду Махтаром Боу. Гости были приняты председателем Совета министров республики Александром Лешко. По случаю юбилея в Киеве состоялось торжественное заседание общественности города и гостей праздника. На заседании выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, который сердечно поздравил киевлян. Процветания, мира, счастья и благополучия пожелал жителям города генеральный директор ЮНЕСКО Амаду Махтаром Боу. Владимир Щербицкий прикрепил к знамени Киева Орден Дружбы Народов, признание заслуг киевлян в укреплении дружбы советских народов. Thank you.
торжества в Киеве закончились величественным художественно-спортивным представлением на Центральном республиканском стадионе. Юбилей города вылился в праздник дружбы народов СССР, испытанный в течение 60 лет существования Советского Союза. Писателю Павлу Загребельному. Города, как и люди, имеют даты своих рождений, только даты рождения городов измеряются не днями, даже не месяцами, иногда и не годами, а иногда столетиями. Так случилось и с Киевом. Этот город, возникнув один раз, уже больше никогда не исчезал с лица земли. В 13 веке Киев был захвачен ордами Батыя. Он был разрушен почти до основания, но, несмотря на это, Киев жил дальше. И даже к этому примерно времени относятся слова одного литовского хрониста, который писал о Киеве. «Номен габет магнум спациоза Киове аквондам кункта бреви импозицио тумирите проспице форти». «Обширный некогда Киев имеет славное имя, хотя в последнее время все придавил храбрый воин, но все-таки остерегайся». И когда я думаю сегодня о Киеве и думаю о других городах, таких, которые имеют тысячелетнюю историю, такие как Рим, Париж, Лондон, Афины, и у меня появляется такая мысль, что, видимо, хорошо было бы ЮНЕСКО начать издавать серию «Вечные города». Большие книги об этих вечных городах, потому что именно эти вечные города, сами их имена, сами их названия и факт их существования на целые тысячелетия подтверждает бессмертие человеческого рода. Это как бы протест против тех тенденций, проявляющихся, к сожалению, в современном мире, тенденций к уничтожению жизни на Земле, к уничтожению человеческого рода. К этим всяким термоядерным угрозам это был бы ответ на все эти угрозы, что жизнь продолжается, что жизнь вечна, историю никто не может прекратить, и как высшее доказательство этому являются, светят над всем миром вечные города, среди которых один из вечных городов – мой родной Киев.